Malcolm Metallics, и сейчас мы поговорим с вами о делюксовом наборе одежды для Франкенштейн. Ну, коробка ничем особенным не отличается от коробки оперетты, но здесь мы видим изображение заднего плана такого, как бы гардеробная Франки. Ну, сзади все так же, само как и у оперетты. Те куклы, которые имеют делюксовые наборы. Покупалась в будинке Играшок. Вот цена, если вас интересует этого набора. Плюс скидка. В общем, в принципе, все такое. А коробочки давайте его распакуем и оденем наших кукол. Переодевшие эти франки, давайте начнем обзор именно с этого такого костюмчика, который у нас так получился. Он мне просто очень сильно понравился. Для начала мы одели вот такой вот пиджак на две части. Первая часть серебристая, вторая черная, атласного цвета. Черная ткань и серебристая такая блестящая ткань. На пиджачке идет голубой вот воротничок из блестящей такой ткани. Посмотрите, как сзади заканчивается воротник. Под пиджачком одета голубая футболочка. Вот, видно, футболочка голубого яркого цвета. И разрисовка, черные полосы такие прошитые. Сейчас пока сниму сумочку. Обратите внимание на юбку, которая идет в этом таком костюмчике. Она серебристого цвета, но совершенно ткань другая, не такая, как здесь. Здесь она очень такая легкая, воздушная, и такие гаечки такие черные. Такая разрисовка. От этой юбочки идет такая шлеечка вот, голубого цвета через плечо и такими вот прошивочками. Дополняет этот костюм вот такой вот пояс серебристого цвета, две гаечки спереди. Поближе поднесу, вы там, может быть, увидите, если камера сфокусируется, немножко такие, как молнии есть. Вот. Поскольку мы одели пиджак черный с серебром, в этот комплект одежды идет вот такая вот обувь, черно-белая. Это такие ботильончики с открытым носочком на высокой платформе. Они абсолютно одинаковые, только цвета разные. Левый белый, правый черный. По центру идет молния, а на самой платформе такие полосы, которые тоже как бы прошиты. На черный, может быть, лучше видно. Камера наконец-то решила сфокусироваться. Ну и в дополнение к этому. Ручка в виде гайки, сама сумка серебристого цвета, вся вот такая вот интересная, черные полосы, и здесь тоже мы видим прошивку. На фотографии, конечно же, будет, наверное, лучше видно. Вот, такая интересная сумочка. А теперь перейдем ко второму набору. These are my boots, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Oh, freaky just got fabulous. Everybody wants a piece of you. Best eyes, best smile, let's be real. Давайте возьмем нашу базовую Франки. Очень тоже такое милое платье. И здесь у нас больше аксессуаров у этой Франки. Это для начала вот такие сережки в виде сердечек. И такие прошитые висюльки, сердечки прошитые. Они идентичны на правом, на левом ушке. Украшение на шее у нее в виде цепочки и красного галстука. Вот такой. И платьице. Такое воздушное. Очень легкая тоже ткань. Ну, а здесь чистый хлопок. Вы видите узоры, черные гайки,
квадратики, голубые, красные полосы, белые полосы. Здесь прошито вот такой вот ленточкой серебристой. Верх платья голубого цвета, совершенно с другой стрейчевой ткани, но бретельки и поясок на этом платье пришиты тоже той же серебристой ленточкой. Ну, к этому набору мы одели обувь из Fashion Pack. Просто сюда она отлично подходит. Вот такие два красивых наряда. Всем спасибо, с вами был канал Comet Alex. До скорого! Monsters, monsters, so bizarre. M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes.